Всем привет! Вши на орхидеях. Вы что-нибудь слышали об этом? Вот и я тоже услышала это впервые, когда мне написали комментарий о моих орхидеях на листьях вши. Помогите, пожалуйста, избавиться. Я что только не делала, и никак они не погибают. Я подумала и подумала, думаю, ну что такое может быть в виде вшей? Мне пришло в голову, что это может быть щитовка. И вот сегодня я хочу немного поговорить о том, что же такое щитовка, показать, как она выглядит для тех, кто впервые столкнулся с таким вредителем растений. Щитовка – это насекомое, которое питается соком растений. И когда этих насекомых становится очень много, растение может погибнуть, если мы вовремя не примем меры. Особенно комнатные растения страдают от щитовки. Какой вред приносит насекомое щитовка? Края листьев начинают сохнуть. Листья могут заворачиваться, становятся вялыми. И, конечно же, самое главное, что на обратной стороне листа мы заметим пятна темного цвета, бугорки. Это щитовки. Размер щитовки от 1,5 до 3 мм. Отличить самку от самца очень просто, потому что самка пассивна. А самец, он активен, он ползает, летает. Ну и, как правило, именно самка откладывает яйца с обратной стороны листа. Как же происходит заражение таким насекомым? Если вдруг рядом с растением стоит растение, которое заражено этим насекомым, ну или через открытое окно в летнее время. Как избавиться от щитовки? С щитовкой справиться можно и очень даже легко. Зеленым мылом или обыкновенным мылом мы обрабатываем листья, ну а потом все тщательно смываем под душем. В домашних условиях также помогает чеснок. Если приготовить настой, измельчить чеснок и настаивать его в течение суток, а потом, процедив этот раствор, мы опрыскиваем. Но я думаю, и многие со мной будут согласны, что также можно обработать спиртом. Ватный тампон смачивают спиртом и точечно обрабатывают эти бугорки. Этот данный метод используется только точечно. Не обрабатывать весь лист, а именно то место, где находятся эти насекомые. Когда слишком много распространяется этих насекомых, когда уже с ними в домашних условиях тяжело бороться, применяем такие препараты, например, как фитоверм. Таким препаратом проводится опрыскивание раз в неделю. Есть и другие препараты, но так как фитоверм более такой щадящий препарат, и есть практически в каждом магазине, можно использовать этот препарат. Потом я подумала, может быть, это тля? Ну и о тле я сегодня чуть-чуть могу рассказать. Тля, в отличие от щитовки, сидит колониями. И если щитовку можно просто обработать спиртом точечно, то с тлей особо не получится. Обычно я давила руками, когда у меня на побегах роз была целая колония. Но это только слегка помочь растению. Обрабатывать растение точно так же придется. Тля также может залететь в окно, или вы с чем-то, с одеждой принесли домой это насекомое.
Тля, так же как и щитовка, высасывает сок, да практически все насекомые, они питаются соком растений. В этом и заключается их вредительство, их вред, наносящий растениям. Поэтому, как только мы заметили какое-то насекомое, если мы видим, что кто-то ест наше растение, обязательно нужно обрабатывать. Я не знаю, сколько на рынке препаратов для того, чтобы избавиться один раз. Для меня проще, например, купить Актару, самый распространенный препарат, когда мы можем этим препаратом не только обрызгать растение, опрыскивать, но и подать его через корни. Также раз в неделю, в течение месяца. Совмещать это с поливом. Препарат будет впитываться в корни, в листья. Ну а так как насекомые сосут именно сок этих листьев, они будут погибать именно от этого препарата, питаясь этим соком. Ну и в конце, наверное, мне хотелось бы сказать про эту орхидею, которая сейчас на вашем экране. Эта красотка не Клеопатра, до сих пор цветет. Вот она, смотрите, какая. Сейчас я вам покажу. Прошло уже практически месяц со дня того, когда мне ее подарили. Хочу показать, как она себя чувствует. На данный момент она сегодня поливалась проливом. Прошло буквально 10 дней, когда она показала мне о том, что пора ее поливать. Если нижние корни можно было еще не полить, то верхний грунт уже наполовину просох. Я всегда поливаю, когда у меня просыхает грунт наполовину, проливом, как бы помогая орхидее, верхним корням, не засохнуть. Ну вот такое мое сегодня видео о том, как избавиться от щитовки и от тли, помочь справиться с этими насекомыми. А вам я желаю жизнь без насекомых ваших растений. На этом я буду прощаться с вами и говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока!